Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня будем выпекать вот такие мини-курники. Аппетитные. Пока выпекались, пахнет на всю кухню. Вкусные, пушистые, начинка вкуснейшая. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт, и вы будете готовить для своей семьи такие курники. Давайте готовить! Так, понадобится нам стакан молока, у меня кислое молоко, теплое уже подогретое, 30 грамм дрожжей, 2 яйца, одно возьмем для смазки курников, 80 грамм масла сливочного или маргарина, мука, потом скажу точно сколько, ну вроде все, будем делать опару. Вливаем теплое молоко в миску, 30 грамм дрожжей, вон видите, свеженькие, крошатся хорошо. Запах приятный, свежий, дрожжи. Хотя они были у меня заморожены. Так, распускаем их в теплом молочке. Из отмеренных 3 ложек сахара, ложку сахара берем для пары. Просеиваем 200 грамм муки для пары. И перемешиваем все до однородности. Накрываю полотенчиком опару и в теплое место, чтобы подходила она. Минут 30-40 посмотрим. Пока подходит опара, подготавливаем все для теста. 2 яйца берем. Чайную ложку соли. 2 столовых ложки сахара. Выливаем растопленное масло, не горячее. Тепленькое, чтобы было. И все вымешиваем до однородности. Вот наша опара. Видите, прекрасно подошла. Ввожу опару в яичную смесь, то, что мы размешали. Перемешиваем все вместе. Добавляем 200 грамм муки еще. Просеиваем обязательно. Перемешиваем. Тесто еще, видите, совсем жидкое. Еще добавляем муки. Я отвесила здесь 200 грамм, ну, половинку. Добавляю ложку растительного масла, столовую. И теперь буду вымешивать уже рукой. Видите, сразу в комочек собралось тесто. Все. Теплое место минут на 20. Для начинки я подготовила 200 грамм мяса, свинина у меня. 3 картофелины сырых. Такая средняя, 2 небольших и 2 луковицы. Средняя и небольшая. Мелко все нарезаем. Начнем с мяса меленько. Хорошо будет, если мясо полузамороженное. Легче нарезать просто. У меня сегодня только купили, то уже какое есть. Мясо порезала меленько. Теперь луковицу также меленько-меленько. Тесто за полчаса хорошо подошло. Отминаем. Оно мягенькое, видите. Не липнет к рукам. Вот все. Еще минут 20 пройдет, и будем делать курники. А мы продолжаем делать начинку. И еще так пройдемся. Картофель тоже мелко нарежем. Соломка получилась, и мелкий кубик делаю. Для фарша я все подготовила. В одну посуду. Ну, теперь солим и перчим. Солим по вкусу. И вымешиваем
до однородного состояния. Тесто опять подошло, вот смотрите. Выкладываем. Видите, нежненькое такое. Все. Для удобства делю на две части. И делю вот эту каждую часть. Кусочки делю вот так на весах по 73 грамма у меня получается. Получилось у меня 13 шариков. Подкатываем. Тесто и не прилипает почти к рукам. Так. Первые шарики уже подошли, формируем корники. Вот эту верхнюю сторону переворачиваем, гладенькую. Так. Кладем начинку. Пахнет хорошо лучком-то. Вот так защипы делаем. Получилось отверстие внутри. Ну, такая булочка. Следующий. Вот так с дырочкой получается. Типа беляша. Если склеивали. 20 минут курники на расстойке были. Смазываю желтком. Немножко, чуть-чуть водичкой развела его. Пирожки смазала желтком. Постояли 5 минут. Можно в духовку. После смазки постояли 5 минут курники, отправляю в духовку. Минут на 30, 200 градусов. Так, курники готовы. Курники готовы, выпекались у меня 40 минут. Остынут немного, попробуем. Остается попробовать. Он еще горячий, но пушистый. Ой, это вообще. Тесто такое. Пушок я вблизи покажу. Вкусно, сытно, аппетитно, очень вкусно. Рекомендую приготовлению мини-курники. Очень вкусные, вам понравятся. Готовьте со мной. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Нравится видео, ставьте лайки. Спасибо, что посмотрели это видео. Нажимайте на колокольчик на моем канале возле рамочки «Подпишись». Колокольчик, и будете получать сообщения о всех моих новых видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!